прошлое в ваших руках. Абстерго. Приветствую. Абстерго начала в Лондоне несколько исследовательских проектов. Жест подобного размаха означает, что тамплиеры что-то задумали. Должно быть, они напали на след частицы Эдема. В Лондоне уже идут поиски. Епископ, Джейкоб и Иви — близнецы. Круто, да? А вот и ты. Включай камеры, Бет. Есть картинка. Когда ждать данные? Отправляю. Есть что изучить. Нужно поскорее подготовить посвященных. Странно выглядишь с оружием. Поставим маленький жучок и понаблюдаем. Ага, есть. У Изабель Ардан скоро здесь будет встреча. Кого не сказано? С кем не сказано, Ребекка? И я знаю, кому предстоит это выяснить. Погодите, ваша миссия — найти то, что приведет к частице Эдема. Уже. А теперь я очень хочу испробовать эту штуку. Не люблю отклонения от плана. Ну ладно, скрестим пальцы и пойдем дальше. Чтобы найти частицу, мы используем память Джейкоба и Иви Фрай, ассасинов-близнецов из викторианского Лондона. Часть генетической памяти загружена. Удачи! Брат мой Джордж, сбылись мои опасения. Лондон пал. Я писал тебе уже трижды, но ты отвечал лишь молчанием. И я пишу снова, потому что я в отчаянии. И потому что лишен выбора. Ты нужен мне и Лондону. Ты скажешь, задача слишком трудна. Скажешь, что еще не время, что нужно ждать. Но пока мы ждем, тамплиеры действуют. Их великий магистр так безжалостен и так умен, что заставляет вспоминать Реджинальда Бёрча. Его зовут Кроуфорд Старик, и он хочет править миром. Он контролирует все сферы жизни общества. Даже производство находится в его власти. Днем его приказы выполняют торговцы и продажные политики. Ночью в сердца граждан вселяет ужас жестокая банда. Они называют себя висельники. Его ядом отравлена вся коммерция. Он поработил всех, будь то хитростью или силой. Боюсь, наш враг стремится на самый высокий из возможных постов. Смею надеяться, что вы разделяете мои страхи и опасения. Амбиции старика безграничны. Они простираются до масштабов королевств и континентов. Он не остановится. Он знает. И я много раз говорил тебе это. Кто владеет Лондоном, владеет миром.